семена томата Long Keeper являются одним из самых известных сортов. Культуру можно выращивать в открытом грунте или в пленочных теплицах. Высота куста достигает 150 см. Плоды массой от 150 до 300 грамм созревают по от 5 до 6 на кисти. Они имеют красивую, круглую, слегка приплюснутую форму. С одного куста можно собрать до 6 кг урожая. Помидорки после полного созревания приобретают оранжево-розовый оттенок. Они на растении до конца никогда не созревают. Поэтому собирать урожай нужно очень аккуратно, нельзя допускать его повреждения. Целый помидор в прохладном и сухом месте может пролежать до нового урожая. Томат Long Keeper – это травянистые высотой от 140 до 160 см с типом роста, индетерминантные. Томат Long Keeper имеет поздний срок созревания. Плоды имеют массу от 130 до 200 грамм. Форма у плода – плоды крупные, округлые и плоскоокруглые. Цвет плода молочно-белого цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.